Круто! Новая карта! Атрей, ко мне! Ладно, я иду!
не позавидуешь. Смотри, тут еще. Это Тринь, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага, на время. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Что-то есть. Мимир, а расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе. Хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Тринь. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Тримм не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрей. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс... Дворец Тримма находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа. И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с родней невесты. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Тримму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории?
Но для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фреи – за добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех 9 мирах, этого у тебя никто не отнимет. Ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати... Вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам, сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Что-нибудь для мальца? Решил чего?
Похоже, все в порядке. Еще такие. Отлично. Что с ним случилось? Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Можно причалить здесь. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.
него рука поднялась на отца. Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории. Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко. Но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю.
Кто это? И когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну, когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что... Короче, я понял. Я мелкий. И где может быть этот камень? Можно причалить здесь. Отец!
Смотри. Слушай. Так, запишу это в дневник. Отец, подойди. Что там случилось?
А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точильный камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. В качестве тяжелого тупого предмета. Пойди сюда. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Что это значит? Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано.
Куда пойдем? Здесь есть на что посмотреть. Пойди сюда. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, так много-то. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу в хранилище. Нужно остановиться здесь.
что-то есть. Как все прошло в крепости? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Для смазки!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть.